Как травмировать гимнаста за 5 минут? Парковый это просто грязный элемент. Так, значит, я предлагаю следующий вариант. Говнаст. Даже воркауты чище делают. Это серьезно. половинка элемент. Я гимнаст, который не умеет делать силовую. Чемпион Европы. Это реально сложный элемент, еще сложнее, чем на турнике. На самом деле, вы даже не представляете, как это страшно. Мы отстали, он это сделать не может. Не засчитано? Или это кривенько? Нет, это не засчитано, ребят. Если ты не сделаешь, то я тебя буду называть турникменом, а не воркаутером. Йоу-йоу-йоу, всем привет, мы на канале Body Money, меня зовут Дмитрий Кузьмин, это мастер спорта по спортивной гимнастике Александр Сычугов. Всем привет, меня зовут Александр Сычугов, и сегодня будет заруба между воркаутером и гимнастом. Фу. И мы покажем, кто на самом деле крут на турниках. Перед тем, чтобы начать, нужно обязательно хорошо размяться. Многие люди считают, что любой гимнаст с легкостью выиграет воркаутера именно в воркауте. Сегодня докажи, что это не так. Я считаю, что гимнастика – это основа, и воркаутер – это просто грязный элемент. Посмотрим. Они делают с согнутыми ногами, все коряво это смотрится. А я считаю, что я все сделал, а вот он ничего не сделает. Разомнись получше, потому что тебе сегодня пиздец. Ты можешь не разминаться, потому что тебе это все равно не поможет. Хочу порекомендовать вам спортивное питание Бомбар. У них есть очень клевые протеиновые батончики, где аж 20 грамм белка на один батончик, нету сахаров, глютена, даже есть витамин С. Кстати, очень много разных вкусов. Батончики Бомбар – это отличный перекус после тренировки. У меня здесь мой любимый вкус – мед с орехами. Объедение. Еще у них есть такой вот классный протеин с витамином С. А по промокоду BODYMONEY вы можете получить скидку аж целых 15% на все другое. Вкусное, натуральное спортивное питание Бомбар. Ссылка в описании. На улице похолодало, поэтому мы переместились в гимнастический зал Батсальто. Чтобы мышцы были в тепле, мы могли нормально размяться на батуте и показать настоящий трэш. Окей, это, конечно, все круто, но что из этого он сможет повторить на улице? Ничего. А мы воркаутер можем делать все и в зале, и на улице. Так, значит, я предлагаю следующий вариант. Говнаст. Гимнаст. Делаем по 4 элемента. За каждый выполненный элемент ты получаешь 1 балл. Окей. Окей, я получаю 4 балла, ты 0. Согласен? Ну что, кто начинает? Давай, Стефа. Раз, два, три. Раз, два, три. Я как раз был первый. Ребят, это его зал, мне кажется, он тут подстроил что-то, и он всю ночь готовился. Сейчас посмотрим, получится или нет. Первый элемент будет 360, это основа динамики в воркауте. Говорят, что любой гимнаст делает это с первой попытки. Вот и проверим. Не, гимнаст ты такой вообще никогда не делал, потому что это какая-то... Бранью, это элемент гимнастики. Можете залезть в интернет и найти этот элемент. Ну, мне кажется, это дореволюционный, блядь, какой-то элемент. Так что, ребят, вы аж совсем отстали от нас. Мы отстали, он это сделать не может. Ебой! Он, конечно, сделал очень корявенько, но он это сделал. Для гимнаста сойдет. Ребят, теперь я заказываю мой элемент на турнике. Перешмыг или оборот в стойку, в лямках. Пошли посмотрим. Воу. Ребята у нас это выполняют 7 лет. Ну, он базовый элемент спортивной гимнастики. Ага. Гимнаст пользуется лямками для воркаута. Я специально взял их для тебя. Ну.
Ну, я, конечно, в себе уверен, но мне нечего сказать. Разгибом, отмах и оборот в стойку. Не, ты поздно делаешь. Если ты не сделаешь, то я тебя буду называть турникменом, а не воркаутером. Не засчитано? Или это кривенько? Нет, это не засчитано, ребят. На самом деле я практически сделал, я делал уже. Оборотик. Оборотный животе, который в 5 лет дети делают. 1-0, ребят, 1-0. Идем дальше. Пониже. О, раз. Одна секунда. У нас в гимнастике только засчитывается, когда 2 секунды. Я гимнаст, который не умеет делать силовую. Чемпион Европы. Даже воркауты чище делают. Это половинка, половинка элемент. Ну что, ребят, следующий элемент. Сальто вперед из упора в упор на брусьях. Это реально сложный элемент. Еще сложнее, чем на турнике. Значит, я могу как вот 360, который, в принципе, учится с первой, со второй, с третьей попытки. Горизонт, его же элемент из гимнастики. А у меня, посмотрите, что я хочу делать. Я могу еще жестче, ребят. Это не предел. Ребят, ему это сделать... Я думаю, нереально. Но только если он просто на силе не выпрыгнет, сделает сальтуху и здесь останется. Маты, маты, он боится, блядь, сломаться. Сколько там лет гимнастикой занимаешься? Сколько лет ты занимался гимнастикой, чтобы это сделать? Не, ну много-много. Как можно этим не радоваться? Это дворовый спорт, ребят, воркаут. Кстати, друзья, если вы хотите обучиться либо воркауту, либо гимнастике, то можете смело нам писать в личку. До этого я заказывал один из самых легких элементов воркаута, потом уже заказал элемент из гимнастики, который он не сделал. Теперь я закажу уже элемент чуть посложнее. Выход принца? Да, выход принца. Если он называется выход принца, значит это стоит того, это сложный элемент. Следующий элемент это двойное сальто назад. Я сделал это на 7. Да. Yeah! Рефлекс. Я это сделал. Он это сделал. Я хотел тебя нарвать. Это круто. Сейчас я как бы тоже элемент из гимнастики. Это выполняли девушки на разных высоких брусьях. 70-е годы где-то. Я не знаю, блядь, он в каком-то вообще старинном времени живет. 70-е годы, блядь. Ну уже 21 век, блядь. Я просто люблю ретро. You have one shot on stage, but you got to play. Generic drops for days, still the people rage. Am I not... Подъем разгибом. 180 и оборот на спине. I'm fucking on, I'm killing it with this song. You haters can sing
Minnesota. Comes off till the lights go out, till my legs give out. Can't shut my mouth till the smoke clears out. I'ma rip this shit till my bones collapse. Ребят, четвертое упражнение — японская стойка или стойка на широких. Ты живешь в России? Мне нечего сказать. Это Unreal. Unreal вообще. Давай, давай, давай. Вот такая получилась заруба. В итоге у нас ничья. Ребят, воркаут хорош тем, что здесь огромное количество силовых. Ребята действительно монстры. Качают горизонты, передние висы. Мне прям понравилось. А гимнастика хороша тем, что есть и хорошая растяжка, более-менее хорошая силовая составляющая. Но лучше объединяйте и воркаут, и гимнастику, и тогда вы будете самыми сильными. Но все равно гимнастика круче. Спасибо, что посмотрели этот выпуск. Подписывайтесь на мой инстаграм, на его инстаграм, на инстаграм Body Money, на канал Body Money. И обязательно ставьте лайки и пишите комментарии. Пока!